НАСА оценивает вес Чебаркульского метеорита в 10 тысяч тонн. Ранее эксперты агентства говорили, что вес небесного тела составил 7 тысяч тонн. По расчетам ученых, энергия, которая высвободилась при взрыве метеорита, равнялась 500 килотоннам, то есть в 30 раз превысила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Таким образом, Чебаркульский метеорит стал вторым по величине после Тунгусского, сообщило одно из известных американских изданий. Подобные явления следует ожидать примерно каждые 100 лет. Кстати говоря, уже в первые дни после взрыва метеорита на Челябинском цена на частицы космического вещества дошла до 16 тысяч долларов. Сейчас продавцы кусочков истории могут заработать больше всего, так как коллекционеры готовы заплатить любые деньги. На данный момент около 20 человек готовы продать камушки якобы внеземной природы. Цены варьируются от 500 до полумиллиона рублей. Активные торги идут и на международном сайте eBay. Там просят за остаток метеорита порядка 50 долларов, хотя специалисты уверяют, что подлинность таких экспонатов вызывает большие сомнения.